Приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный! Да-да, я сюда вернулась, потому что мои дорогие подписчики за мной соскучились! А еще потому что меня очень сильно просят поиграть в Папу Луи! Ну где я еще могу поиграть, как не на моем любимом канале Супер Развлекательный? Давайте мы поиграем именно в ту игру Папа Луи, в которой я дальше всех прошла! И это, конечно же, Папа Луи Блинная. Между прочим, я уже на 18 уровне. И надеюсь, что мне сегодня повезет. Я уже забыла, как играть. Я чувствую, что у меня мало что сегодня будет получаться, правда. Потому что я не помню уже, как играть в эту игру. Я вообще уже ничегошеньки не помню. Вот мне предлагают какие-то стикеры, предлагают окна, предлагают всего-всего-всего-всего. Газеты. Я даже не помню, как выглядит мой магазинчик. Давайте мы его вначале посмотрим. А потом уже будем что-нибудь подкупать. День 36, вы серьезно? Ребята, как это делается? Как пекутся эти блины? Ну, здравствуй. Надеюсь, что ничего страшного, ничего опасного не будет. Ой-ой-ой-ой-ой, и напитки, да еще целая толпа. А как делается-то? Я не помню, как делается. Раз, два и три. Это только для одного? Ладно, раз, два и три. Так, а кто следующий-то пришел? Давайте посмотрим. Привет! Привет, Зои! Блин. Три блина. Какие-то вообще напитки, что-то непонятно что. Раз, вот что значит 100 лет не играть. Ну что ж, попробуем хотя бы не проиграть. Это будет очень здорово, если у нас получится не проиграть. Так, еще раз. Хорошо. Так, а давайте попробуем Зои сделать... Нет, вначале не Зои, вначале первому. Да что ж такое? Привет. Я готова слышать заказ. Так, первый, второй заказ. Надо их всех тут развесить. Ой, тут хотят тосты. Да ну вас, ребята, я же запутаюсь за 2 секунды. Так, здесь уже раз, два и три. Хорошо, мы ставим тостики. Причем тостики не простые, а с вот этими штуковинами. Ай, уже, не успеваю. Все, снимаем раз, снимаем два и снимаем три. Все, первый заказ уже пора делать. Так, я надеюсь, что у нас получится. Это третий заказ. Уже следующий клиент пришел. Вы издеваетесь. Так, ладно, раз, сверху два и сверху три. И сразу вот эта штука. Что я натворила? Ого, все! Раз, два, три. Раз, два, три. Так, здесь у меня уже заказ, по-моему, готов. Мне еще чуть-чуть насыпать придется, и все. Так, нет, не финиш, мне еще напиток нужен. А что из напитков? Джус средний, ой, в смысле маленький. А еще сахар. Ой-ой, еще нужно сообразить, сколько сахара. А все? Все. Так, подождите. Ну, что дальше-то делать? Я забыла. Так, финиш. Мне еще сок поставить надо. Ой, извините, пожалуйста, у меня тут все горит. Уже два клиента. Так, и здесь, ну все, первый, я второй. Кушай, Ред, скажи, что это нормально. О, 98% дал. Это просто невменяемое количество. Так надо, о, здесь двое уже. Так, Акари хочет эти тосты, по-моему, без ничего. Хорошо. Акари, обязательно тебе сделаем тосты без ничего. А ты что, мадамиха, хочешь? Лиса хочет тоже тостики. Так, Акари, сколько тостов она хочет? Что-то я ничего не понимаю. Два. А Лиса хочет один. Ай, мамочки. Так, два тоста. И Лиса один тост. Причем у Лисы он должен быть вот такой. Отлично. У Акари обычный. Так, и мы возвращаемся вот сюда. И берем отсюда блины. И по три штучки еще кидать. Два, три. Еще блин. Я не успеваю. Еще раз. И два уже как-нибудь, и три еще, блин. О, нет, черника. Надеюсь, что у меня получится хотя бы этот заказ сделать по-быстренькому. Теперь напитки. Ай, напитки не успели. Так, переворот.
Ну, теперь хотя бы напитки. Так, напитки, напитки, close. Вот, отлично. Раз, маленький, и что еще? Молоко, по-моему, там молоко должно быть. Раз, два, три. Все, молоко, хорошо, все, финиш. Финиш, напиток, где напиток? Отлично, это второй заказ, давай. О, Зоя, Зоя, это очень сложно. 80% на готовку, так кто-то мне... Ай, злой клиент. Нет, только не это. Все, у меня сейчас все перегорит там. А, у меня все тосты перегорят. Да скорее, скорее, скорее. Ну, скорее же. Все, тосты сгорели. Считай, тосты перегорели. Во, все, собрала. Так, а клиента, я ушла от клиента. Причем самого мощного клиента. Ого, сколько всего он хочет. А что у меня вообще тут не сделано, я не понимаю. Вау, вау, это круто. Это слишком круто. Так, надо поставить готовить. Ну что, где мои пироги, котлеты? Что-нибудь вот так. И сюда, раз. Два и три. Все, отлично. Так, а здесь два тостика. Хорошо. Так, все, это шестой, седьмой, третий. Я запуталась в заказах, честное слово. Так, здесь тосты. А какие надо тосты? Ладно, по-моему, это вот так делается. Два и три. По-моему, точно вот так. Да что, уже переворачивать? Да вы, ребята, вы чего? Я не успею так ничего. Так, и вот здесь, по-моему, все засыпать. Хорошенечко. Отлично. Напиточек, напиточек, напиточек. Вот джуз большой. Можно побыстрее. Мне нужен сахар, сахар. Так, погодите, мне уже ничего не нужно. Это перевернуть нужно. И берем сахар. Да, ой, уже замедлилась. Нет, только не это. Ладно. Сахар. Все, 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 все. Кажется, финиш. Это сделали. Нет, теперь уже снимать тосты надо. Да что ж такое? Что ж мне так не везет сегодня? Все, теперь я могу... А, не сюда, я делаю слишком много... Что я сделала? Ладно, не важно же, что я сделала. У меня финиш, у меня финиш. Третий заказ готов. Но он очень долгий был. Ожидание просто ужасное. Так, и мне там еще снимать надо. Быстро, быстро, быстро. Так, снимаем эти тостики. И мы, наверное, делаем шестой заказ, иначе я там вообще все провалю. Так, а не шестой, седьмой заказ. Вот он. Итак, ой, что я делаю? Мне нужно вот сюда. Итак, раз и два. Красиво складываем. И три. Теперь нам это нужно все засыпать как следует. Три клубники. Раз, два и три. И теперь вот это... О, сколько всего! Еще и сверху с сахаром. Какое счастье. Теперь нам нужно напиток сделать получше. Так, напиток, кофейный, чайный напиток, тут ничего не перепутать, погнали. Так, и еще соль, по-моему, или что он там хочет, не пойми что. Так, все, сахар, соль, уже не важно, это уже просто, стоп, вначале напиток, а потом уже клиент. Все, кушай, ради бога, кушай, скажи, что это классно, да, ура, ура, ура. Этому клиенту понравилось, но остальные сейчас меня просто поубивают. Так, два масла, раз. Два, еще сверху, и вот эта вот присыпочка, корица. Отлично, теперь мед. Вот я сыплю корицу и сразу же насыпаю мед. Так, еще два банана при этом. Ой, ребята, я запуталась. Можно я уже финиш, я уже не могу понять, что мне надо. Еще большая чашка нужна. Хорошо, что мне ничего не печется и ничего не жарится в это время. Опа, во, отлично получилось. Ну, может быть, хоть это поможет. Так, напиток. Теперь раз. И сразу пятый. Сейчас мне авторис скажет, а, 60% ожидания. Ну, ей совершенно не понравилось. Все остальное классно. Но эти 60%, а вот тут мне сейчас скажут вообще. Один тостик, понимаете ли, заказывали. И то. Так, два банана принесли. Не пойми, когда. Две клубники. А мы вот так сделаем красиво, чтобы клубника в сливках была. Теперь нам нужен дринк. Чаек. Хотят чаек, маленькую чашечку. Ну вот, заказали совсем чуть-чуть, а принесла вообще не пойми когда. Ну ладно, попробуем хоть так. Финиш и чай, и вот эта штука. Лиса, прости. Ну, сказала, ну так себе, да, так себе, ребята, так себе. Что-то ей не сильно понравилось. И вот мой шестой заказ.
с корицкой, мы его сделаем красиво. Давайте попробуем сделать его супер, мега круто, красиво, ровненько все положить, еще корицы насыпать. Ах, так, конечно, будет вкуснее. Бананчики, 3 штучки. 1, 2 и 3. В одну дорожку положим. Красиво. А теперь красивенько по всему периметру этот сок, соус или что оно тут такое. Так, главное тут не перепутать, в какую сторону глядит этот чайничек. Так, еще сахар. 1, 2, 3. Отлично. И вот, я, кажется, начинаю... Ребята, вы знаете, я, кажется, начинаю понимать, как это все делается и что, как это можно побыстрее. Ну, конечно, Венди будет недовольна, естественно, но, в принципе, сказала более-менее ожидания, что-то и красота ей не понравилась, и подгорело там у нас что-то. Ну, давай, 92%! Батюшки, я не играла 100 лет в эту игру, и мне дали 92% и 19 ранг, представляете? Ох, как круто! Очень-очень-очень круто! Но у меня еще супер игра. Давайте поиграем в супер игру. А, нет, только не это. Так, вначале мне нужен тут хлеб, да? А, внизу хлеб. Так, 1, 2, 3. Подождите. А, хлеб уже есть. Нужна колбаса. 2, 3, 1, 2, 3. Во, отлично. Теперь мне нужен салат. Салат, 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 салат. А, сыр, не получилось. Так, теперь вот эта штука. Так, во. Ну, так себе, если честно. $1 заработали, и все. Ну, давайте еще раз попробуем, может, повезет. Так, мяско надо. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Есть мясо, есть. Теперь сыр. Вот в другую сторону, что мне не получается. После... А, это не тот сыр, что же мне все время не везет на сыр. Так, вот, опять не получилось. У меня что-то, если с одной стороны выкатывает, то с другой не получается. Давайте еще раз попробуем. Так, тут 2 мяса. Мясо после капусты. Мясо. Здесь тоже мясо. Оно будет после помидора. Помидоры сразу мясо. Есть, получилось. А теперь с огурцом бы не приборщить. Огурец у нас после вот этой вот белой штуки. Белая штука, потом огурец. Белая штука, потом огурец. Вышло, кажется, я заработала новые обои. Спасибо большое. А давайте попробуем зайдем в магазинчик. Вот, смотрите, как у нас здесь красиво. А можно что-нибудь еще красивее выбрать? Так, давайте посмотрим. Вот у нас такое. Ух ты! Хотя мне кажется, что это как в ванне. Было намного лучше. Ладно, что у нас еще тут есть? Обои всякие. Это стена, это стена. А вот такая стена. О, смотрите, очень даже оригинально. Тут клеточка и там клеточка. А еще, наверное, бы игровой автоматик еще один поставить. Было бы замечательно вместо газет. Тут как это убрать? Это уберем. А купим игровой автомат. Есть у нас игровой автомат? О, что-то нету, по-моему, игрового автомата. Давайте попробуем его приобрести. Еще один игровой автомат у нас есть, потому что наши посетители просто обожают играть в игровые автоматы. Ого, 400-500 монет. Вот, по 400 монет, смотрите. Да, я хочу купить еще один игровой автомат. Теперь мы возвращаемся вот сюда, свою библиотеку, так сказать. И зачем нам кактус? Вот скажите, зачем нам этот кактус? Нам надо поставить 2 игровых автомата. Во, я вот это хочу поставить. Только оно нигде здесь не ставится. А что если вот здесь поставить? А, людям место не будет проходить никуда. Так, погодите. Может быть, одни жвачки убрать, а вместо этого поставить игровой автомат. Во, вот теперь классно. Так, а жвачки можно поставить рядышком друг с другом. Можно же поставить вот сюда. Во, смотрите, здорово получилось. И жвачки, и игровой автомат. Вот здесь как-то пустовато. Что бы нам сюда поставить еще? А вот может быть кактус? Нет, кактус не очень. Наверное, следует купить какие-нибудь столики еще, вот я думаю. Поэтому нам нужно еще один денечек прожить или пережить. И тогда мы сможем как следует скупиться. Пойдемте. Ого, у нас новый посетитель, Юта! И Кокоа! Класс, какао!
37-й день. Ребят, это не шутка. Это просто не шутка. Я вот вспоминаю эту игру и понимаю, что это ужас. На самом деле это ужас. И надо всех ждать, ждать, ждать. Даже не знаю, у меня вообще нет никакой стратегии, если честно. Вообще никакой. Тут можно запутаться, если делать все одновременно. Ну, можно попробовать сразу делать вот эльку. И сразу делать какао, да, добавлять. Смотрите, больше ничего и нету. Здорово. Так, напитки, все, здесь есть. Принимаем клиента номер 2. Давай, заказывай опять тосты. Не пойми с чем. Ну что ж, у меня уже первый клиент практически готов, так что мне осталось тут немножко. Так, и сразу мы вернемся к напиткам. Ой, нет, к напиткам мы не будем возвращаться. Хотя можно попробовать. Давайте сделаем 2 напитка. Может быть, у нас получится. Раз, элька. Отлично. И теперь нам нужно вот это. Раз, два, три, четыре. Вот. Отлично. Теперь возвращаемся. И вот у меня, ну, должно что-то выйти. По идее, уже не успею, наверное, принять клиента. Ладно, попробуем принять клиента 3-го. Только побыстрее, потому что сейчас будет зынькать-зылинькать. Хорошо, хорошо, я поняла. Тебе хочется чего-то особенного, интересного. А у меня уже все готово. Ну давай, давай, что ж ты так много заказываешь? Так, все. Теперь мы идем вот сюда, берем первый заказ и сразу пробуем сделать побыстрее. Клиентов очень много приходит, ребята, я вам честно скажу. Раз, два и три. Поэтому нужно следить, чтобы как можно быстрее все это делалось. И еще, и еще, и еще. Отлично. Теперь у нас финиш, да, финиш, но только у нас 2 чая с соком. Вот, отлично, кушай. С первым мы уже, кстати, разобрались. Она почти не ждала, нам даже повезло. Но мы идем принимать следующего клиента. Так, ожидание будет, конечно, долгим. Давай, 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 давай. Быстренько, ну заказывай. А, я, кажется, глупо сделала. Давайте сразу все поставим. 2, 3. 3, я прошу, и вот это 1, 2 и 3. Теперь мне нужен следующий заказ. Это будет 1, 2. Теперь мне нужен 4-й заказ. Это будет 2 обычных тостика. 1, 2. Теперь мне нужно поставить 3-й. 2-й заказ у нас есть. У нас есть 3-й заказ. И мы сразу делаем, опа, маленькую. Отлично. И сразу вот сюда. 1, 2, 3. Хорошо. Возвращаемся. Так, переворот, переворот, переворот. Супер. Так, еще, еще, еще напиточек. Так, это 3-й был. Теперь 4-й. Делаем тоже сразу напиток. А, еще один. Так, 1, 2. Вот здесь вот заканчивается. Здесь надо принять 2 клиентов. А, нет, я не могу их принять. Что они хотят? Вот, 1, 2. Да я же уже сделала все, что нужно. Мне тут 2 клиента ждут в ожидании. Слишком много людей, слишком много людей. Вот этого нужно хорошенечко, хорошенечко обслужить, чтобы он значок нам дал. Так, все, кажется, вот здесь уже все. 1, 2, 3. Так, а здесь нет. Здесь 1 и 2. Это 5-й клиент. А 6-й успеем? Нет, не успеем. Надо все снимать быстренько. 2 и здесь. Надо все снимать быстро. Вот так. 1, 2. А теперь не будем ждать. Будем вот сейчас чем-то заниматься. Давай, Алиса, скорее. 1 тостик тебе всего. Опять 2 клиента? Вы что, прикалываетесь? Да я не успеваю. А, это вообще, это супер клиент. Так, 2, 3, 4, 5. Приняли заказ, но не приготовили. А, это супер клиент, злобный клиент. Алиса хочет 1 тостик. Нам уже надо переворачивать. Так, и здесь 1, 2, 3. Этому злобному клиенту нужно самое вкусное. 2 и 3. А еще нам нужно для Алисы какой? А, для Алисы вот такой вот. Вот так. Ой, не сюда. Где Лисин? А, что-то я запуталась. А тут обычно я вообще что-нибудь поставила? Так, ладно, все, уже ничего не поставила. Я уже ничего просто не помню. Так, это я поставила, это я поставила. Все, 6-й заказ тоже поставлен. А где теперь все остальные заказы? Так, здесь разворачивать, здесь разворачивать.
О, да, будет весело все. Ухожу на заказ номер один. Раз, два, три. Раз, два и три. Хорошо. Теперь просто посыпать. Просто посыпать. И тут у меня уже все готово. Так, только погодите, 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 вот здесь раз. Хорошо, здесь уже заканчивайте, заканчивайте уже вот этот вот клиент злобный. Давай, раз, два и три. Хорошо, так, у нас финиш с этим заказом, у нас финиш, и у нас сок, и вот заказ, все. Фух, избавились. Давайте третий сразу сделаем. А, сильно много ждала. Третий заказ у нас тоже готов. Ай, обычные. А, что же это такое? Я не то сделала. Ну что ж, мне кажется, что даже обычные будут хорошо. Все, я просто добавлю немножечко больше вкусняшек. Вот тут вот. И сюда. А, не то, не то, не то, не то. Сейчас вообще наворочу с третьим заказом. Ужас просто. Так. Еще один, еще сюда. Ну ничего, ну если вафельки не будет этой штуки, ничего ж страшного, правильно? Ну, по крайней мере, я так думаю. И, конечно же, финиш. Финиш. Вот этот чай ушел, все. Я знаю, что тебе сейчас это не понравится. Не понравилось. Ой, так мало мне дал этот Вилли, ужас просто. Ну и ладно. Так, раз, надо было все-таки аккуратненько все делать и за всеми следить. Так, сахар. Вот так, хорошо, везде сахарку посыпем. Один масло по центру и, конечно же, вот эту штуку. Вот так вот, вот, а, немножко разлилась. Нет, еще не финиш, еще ему нужны вкусняшки. Слушайте, так тоже не получается, чтобы быстро. Вот правда, заранее что-то готовить сложнее, чем все остальное. Так, здесь финиш и дать чаечек вкусный. Все, погнали. Ну что скажешь, вкусненько? Ну скажи, что вкусненько. Да, понравилось, он мне даже значочек дал, спасибо большое. Так, еще у нас обычные вот тут раз, но я не в курсе, я, по-моему, их пережарила. Вот честное слово, пережарила. По-моему, они у меня не такие, как нам нужно, но ничего страшного. Это четвертый заказ, он уже ждет тысячи лет, это гораздо важнее, чем вкус этих тостиков. Так, еще сверху. Ну, польем хорошенечко, польем. Теперь вот сюда большой стакан. Ну, еще, скорее. Да, запутаться можно просто моментально. Еще и еще. Вот так, пятый. Венди, опять тебе не понравится, ты скоро от меня уйдешь. Нет, к счастью, ей понравилось, и она дала мне еще значок. Так, и у меня обычные. Раз. И два обычные тостики. Не рассыпаем ни грамма. Это пятый заказ мой. Еще сверху сахар. И четыре клубнички. Так, четыре клубнички. Раз. Два. Три. Вот тут вот, чтобы было синхронно, так красивенько. Вот так. Четыре. Теперь сюда. И чаек. И такой. И, конечно же, с какао. Где мое какао? Давайте попробуем вкусненько сделать. Во, отлично. Финиш и напиточек, и вкусняшка. Ну, говори, Рой, пожалуйста. Ух, да, ну, конечно, хотелось бы на 3 звездочки, но уже как есть, ребята. Потому что я все равно ничегошеньки не успеваю. Так, тут бананы кувыряться будут. Вот, раз банан, два банан. Здесь клубничка, раз и два. Надеюсь, туда упала. И, конечно же, чаек. Вот наш чаек, маленькая чашечка. И сахар, 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 диетический сахар. О, даже классно получилось. Финиш, чаек. Ну, давайте смотреть, что вышло. Лиса, Лиса. Да, сказала, что пойдет, более не менее. Но все равно мне не получается сыграть на 100%, хоть бы 92 сегодня заработать. 90, ужас, потому что совершила мега-мега глупую ошибку.
ошибку, которую в следующий раз постараюсь не совершать. А сегодня уж устала и собачка, и моя замечательная официантка. Устали оба, поэтому они идут отдыхать. А вы, друзья, обязательно подписывайтесь на канал Супер Развлекательный, жмите колокольчик и приходите к нам почаще.